я точно знаю, что значит масса, и вечно буду одним из масс. Вот я живу на проспекте Маркса, но что в том счастье, раз я не Маркс? Не быть мне первым, не быть последним, не быть мне видным, так что с того, я вечно буду обычным средним. И мне не важно, среди кого, и мне не важно, среди кого. Я утром выйду, возьму машину, кабину сяду, толкну рычаг и еду прямо на середину. А с середины меня никак. Пускай все сволочи, балбесы глумятся радостно надо мной. Да я не доктор и не профессор. Нет, я не Байрон и не другой. Нет, я не Байрон и не другой. Пусть эти крысы с высокой крыши плюют в меня, я стерплю хоть как. Я им не лысый, я им не рыжий, я им не в шляпе и не в очках. Все где-то с краю, а я вот между, совсем простой. Стой один, совсем ни на кого никакой надежды. Зато ответа ни перед кем, зато ни с кем не делю награды. И все затраты терплю вполне. И мой красивый рефрижератор летит туда, куда надо мне, куда надо мне, куда надо мне.